те, кто должен быть с нами, они будут в любом случае с нами. То есть ты сейчас приехала с круиза, сейчас потом о круизе расскажешь, ты послала им фотографии, видео, доказательства, безоплатное свое членство, что ты бесплатно поехала, отдохнула, да, все остальное. И это сработало так же, как и у меня, походу, да? Пока, да, но мы с круиза только 2 дня как вернулись, да, я еще тут не бомбила всех, но все смотрели сторисы, все смотрели одноклассники, фейсбуки, все видели, я видела, что они смотрят, они лайкают, но пока все думают, что это какая-то лажа и развод на самом деле, такого не бывает, круизы бесплатно не может быть. Это Оля, две несовместимые вещи. Оль, вопрос такой. А до того, пока ты на ванне не вступила, пока ты не приехала, у тебя какие ощущения были? Тоже лажа была? Ну, сомнения какие-то были? Или ты думаешь, там резиновая лодка какой-то, мужик сидит в ней тебя ждет? Или катамаран сейчас в подарок дадут, что-то там такое? Вот мужик — это хорошо, конечно. Нет, я знала, да, куда я еду, да, без шуток, я знала, что меня ожидает, но мы не ожидали, что это настолько большая махина, которую у нас встретила. Мы приблизительно понимали, но когда мы подъезжали к порту, или к порту, как ты сам говоришь, не знаю как, и там стояли 3 корабля, и один из них был наш. И когда мы подошли, а голова зашкаливала уже куда-то там, аж в никуда, слезы, реально, потекли слезы у нас, мы такие вообще просто не поняли, что действительно это мы, и что мы на этом поплывем. Мы как-то так бодрячком собрались, начали там фоткаться, снимать ролики всякие, отправлять, быстрее началось вот это вот, надо быстрее, 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 да, мы тут, посмотрите, это все правда, это наш корабль. Потом, нет, а давайте на корабле, вдруг нам не поверят, это какой-то монтаж, давайте пойдем на корабль. Ага, ага, то есть вот так, подошли по фоткам. Я завалила фотографиями, да. Да, Генуя, да, 800 километров. Угу. Хорошо, доехали без проблем, без пробок, в принципе. Нашли сразу парковку, нас забрали машину. Вот, забрали наши вещи, чемоданы, и мы уже налегке пошли на корабль. Спокойно. Да, вот тут спрашивают, а где вы путешествовали, какие страны заезжали? Начали мы с Италии, с Генуя, потом мы отправились во Францию, в Марсель, потом третья ночь у нас была Барселона, Испания, и уже с Испании мы уже прямиком шли на Италию, без остановки, с часу дня до 9 утра. То бишь день мы тусовались... Тусовались, ели, гуляли, отдыхали. И огорченные ехали домой. Молча. Молча, грустно ехали домой. Да, но с мыслью о том, что куда же мы поедем второй раз. Мне дети сказали: мама, когда ты уже зарегистрируешься, забронируешь, куда мы там, куда-нибудь. И дети сказали: мама, мы хотим в Америку. Давай вот в Америку. И вот почему-то они горят так Америкой. У них какая-то такая навязчивая идея попасть быстрее в Америку любыми путями. А если это можно сделать, тем более на лайнере, так красиво, когда... Мы когда были на лайнере, мы их практически не видели. Мы им дали карты и сказали вперед. И они у нас побежали по этим, сколько там, 13, 14, 15, 16 палуб было, да? Они нам прибежали, рассказали, брали нас за руку. Он говорит: мама, я там что-то видел, побежали туда, там можно покушать. Мама: а там казино, такие большие глаза. Потом прибегают: мама, нас не пустили, пошли с нами, хоть пройдемся. Да, они стояли рядом. Есть фотография, где и я попытала удачу, хотела выиграть, но, к сожалению, не очень получилось. И они стали рядом. Подошла женщина, сказала: извините, он говорит, но детям здесь нельзя. Вот. Поэтому они очень огорченно, но хотели очень сыграть. Они ждут своего возраста, когда можно будет свою копеечку забросить в этот автомат. Но было все супер, конечно. Вообще, как бы, претензий нет никаких. Мы только, когда ехали с Аи назад, мы нашли, правда, только один минус круизов. Один. Сказать какой? Скажи, все ждут, сердечки шлют тебе уже. Все ждут. Ребята, там такая еда. И там такие килограммы привозятся оттуда. Надо садиться просто на водичку по приезду. Это правда. Потому что когда мы вышли завтрака, пошли там полежали, у меня муж говорит: Оля, сколько время? Нам же пора на обед. Я говорю: мы столько поели.
Он говорит, ну время, время пропустим. Только поели, так обед же такой, блин. Я снимала, да, ты видела вот это вот, сколько там еды ненормальной просто. Тарелки просто ломили, щеки лопались. И я говорю, давай вот пойдем, может, погуляем. Он говорит, нет, я пойду полежу, ведь скоро ужин. Я говорю, сколько можно жрать? Он говорит, ну, мы же для этого сюда и приехали. Гулять. Пожрать дома не едят, хоть пожрать, да? Да, это просто. Для меня это было вообще шикарно, потому что не готовить, вообще не готовить, для меня это просто как-то непривычно. Я 4 дня не на кухне, как? Нет кастрюль, нет сковородок, боже, такого не бывает. Не надо гладить, убирать, стирать, готовить, идти куда-то с детьми гулять, там, о боже. В общем, ага. Для сервис девочек, как вообще вас обслуживали, чистили? Да-да-да, говори-говори. Сервис? Да, ты что? Знали все, откуда мы, куда, как нас зовут. Мы ушли, мне дети не успели. Как твоя Алена, или ты тоже рассказывал, что пришли в каюту, а ваши пижамки были сложены, да? Так же и мы прибежали, знаешь, это все покидали. Нам же быстрее надо лететь, какой там порядок, какие уборки. Приходим, Рамиль, у детей шортики вот так вот сложены, на кроватку положены, все застелено, тапочки аккуратненько поставлены. Мы так встали, типа, где мы? Кто здесь был? Я такая, боже, неужели это я не делала? Это не я, это не моя работа. Сервис, да, исключительно просто феноменально. Мы сидели за столом, ну, за ужином, конечно, сервис это за ужином. Нас обслуживало, у нас было 6 человек, и на нас было 3 официанта. Один, значит, там наливает, другой подносит еду, третий носит эти вот булочки. И это мы так сели, он пришел, такой-то взял салфеточку, положил нам на коленочки, все красивенько. Мы такие сидим, боже, какая обслуга, мужчина, подойдите еще, знаете. Мы такие просто не ожидали, знаешь, просто. А вам какое вино такое? Вам белое или красное? Может, вам шампанского? Может, вам водички подлить? Мы сидим такие... Да что, такой просто... Да, ну, да, офигеть, да? Офигели, мы реально офигевали просто, знаешь, каждый... Думаешь, боже, что я одену завтра, какое же мне еще платьюшко, а как же мне накраситься, а какие туфельки одеть, с каблучками либо босоножечки, а может, меня в этом уже видели. И вот это, знаешь, такое... Представьте, совсем... это мама четверых говорит, четверых детей, которая привыкла пахать, готовить, платье вообще там по очках-то завешивало, наверное, было. Да, джинсы быстро одела и побежала там свои, обязанности. А тут выходишь, тебе только краситься, одеваться, убирать не надо. В голове совсем другие мысли, совсем другие мысли. Мне это... Дома что так, что приготовить, что убрать, как погладить, о боже, что приготовить, надо в садик отвезти, садика забрать, старшие придут со школы, что им приготовить, а уроки? А тут что одеть? Понимаешь, да, совсем другие разница. Мысли. Разница 4 дня, конечно, мозг отдыхает от бытовухи, это 100%. Ты не думаешь ни о чем, о своих домашних обязанностях, никаких. Ты думаешь только о том, как отдохнуть, что я сегодня увижу, что мы сегодня, какие там фотки мы наделаем. Скорее это все скинуть, всем показать, похвастаться. Реально, что, ребята, посмотрите, это все реально, мы реально здесь. Посмотрите, какой лайнер, какой корабль, какое обслуживание, посмотрите персонал. Мы уходили, это был 4-й день, мы уходили с ужина. Они, естественно, знали, что это наш последний ужин тогда был на корабле. Они все перецеловали нам руки, они нам кланялись, они нас обнимали. Мы просто стояли с Ией, говорит, Оля, как? Такого не бывает. Говорит, ты посмотри, как к нам относятся. Они просто каждому из нас относились как к какому-то своему родному человеку. Они нас встречали постоянно, они отодвигали стульчики, они нас присаживали, подсаживали. Ну, сервис, конечно, просто неописуемый. Такого не увидишь нигде, я думаю, ни в одном отеле, ни в пятизвездочном тоже. Поэтому я говорю, о чем я могу сказать, потому что мой муж, да, Рамиль, ты знаешь моего мужа, даже он сказал, так, Оля, я согласен, смотри, я даже согласен на лето, на 2 недели ехать на корабле. Я говорю, Коля, это ты мне говоришь? Я ничего не путаю, ты мой муж. Нет. Я говорю, Оля, да, за такие деньги... Так, говорит, летим. Только заказываем. Понимаешь? За такое, с такими картами, за такие напитки и еду, и за все он инклюзив, как он говорит, это что?
Да что? Ну, все с тобой спрашивают, какой оркестр, какой команде был. MC оркестр у нее был. Оркестра, да. А напротив чего стоял? Белиссимо. Такой лайнер. Ребят, стояла Белиссимо. Это неописуемый лайнер. Просто. Вот так вот, да, вот берете телефон, вот так, он не вмещался. Вот так он тоже не вмещается. Надо было отходить в камеру, он не влезал, потому что его надо было два раза фоткать, перед, зад. Ну, либо делать панорамный этот. Поэтому, ну, там просто, там... Он стоял там буквально от нас в 100 метрах. И мы видели... Да, спрашиваю. Да. Говори, потом задам вопрос. Мы видели... Вот мы стояли оркестра напротив Белиссимо. Потом в другом порту стояла наша оркестра напротив Дивина. А в третьем порту... Это все вот это вот, как, когда я тебе говорила, вот это MSC принцесса, да, Принциоза, да-да-да. Принциоза, да. Ну, разные, да, они разные. Ну, Белиссимо не сравнится, конечно. С этими вот тремя, что мы видели, то Белиссимо, конечно, совсем, совсем другая категория. Классно. Тут задали вопрос, Оля. Спрашивают вопрос, сколько ты доплатила вообще за ключ? Я имела в виду доплата, это... Ноль, да, я имела в виду доплата, то бензин, то, что мы потратили. Ай, звук пропал, Оля. Я пропала? Звук пропал, еще раз повтори, пожалуйста. Да, да, сейчас повтори, ага. Я про доплату говорила, то, что мы потратили на бензин на машине, то, что мы доехали, за парковку и за чаевые, то, что мы оплатили. Вот. А за сам круиз мы ничего не платили, он мне вышел бесплатно. Угу. Круто, поэтому... правда, ребят? То есть она пригласила 5 человек... Да. Дождалась, когда 3 месяца пройдет, включится все 100% денег, и после этого она заказала себе на круизный доллар, соответственно, круиз. И поехала она, муж, двое детей, двое поехали отдохнули. Вас... Да, с балконом у вас было или с окном? У нас было с видом, с видом. Балкона не было, нам хватило абсолютно с этим, с иллюминатором, с трюмиком. Угу. Мы круто. Смотрели, у меня, он же там такой большой подоконник, у вас же был с балконом, да, и сьюта у вас была, а там трюм, да. И такой подоконник, и на подоконник дети ложили такие две подушки, они садились друг, он большой, там можно посадить 2 человека, они садились, когда было скучно утром, знаешь, 7 утра, садились и смотрели, им так это нравилось. Круто, да. Круто. И вот просыпались, я почему-то просыпалась очень рано. Как-то в 6-7 утра, и мы обычно в это время причаливали. И вот я это, смотрела в трюмик, в этот. Сяду такая и любуюсь видами. Пока мои мальчишки все да. Ну, следующий круиз, конечно, да. Будет со всеми детьми. Это будут 2 каюты с младшими детьми. Мы тоже поедем, поэтому... Жаба немножко душила, что мы сами дети дома, малые. Ты знаешь, какой лагерь, кстати, где на пять человек и больше дают, это MSC Грандиоза. Да, надо там у них смотреть, у них там есть большие кабины, мы недавно узнали. Мы же тоже как бы многодетные дети, семья, да, то есть у нас на один ребенок меньше, чем у вас, поэтому у нас тоже стандартный кают уже не лезет. Нет, не каркай, Оля, все нормально, хватит, не надо, не хочу. Ну, я тоже думала, что поэтому хватит. Это... Да. Ну, вы с телевизор тоже купили, да, по-моему? Что делали? Да. Телевизор же тоже купили после 4 детей, по-моему, да? Чтобы дети не появлялись больше. Шутник. Шутник. Ладно, прикалываюсь. Хорошо, кто-то знает. Да. А я-то хотел спросить, вы на какие-то там развлечения, пати, дискотеки ходили на лайнере? Как же без этого? Конечно. Первый раз я почему-то пошла в каюту, что-то как-то дискотека прошла мимо меня, мы что-то как-то с детьми устали, мы отрубились, реально. Потом Коля приходит с ребятами, говорит, Оля, там же еще есть дискотека. Ты пропустила дискотеку. Я говорю, так, хорошо, завтра мы идем вместе. И там были вот эти вечеринки, мы видели свадьбу, была свадьба на корабле француженка, да, замуж выходила. Они там гуляли. Вау. Да, это...
Да, были развлечения. Там было очень много развлечений. Ну, больше, конечно, для взрослых. Для детей особо не было. Ну, вот была комната, где мы сидели, играли в карты, в домино, в шашки. Там сам приходишь, маленькая такая комнатка. Берешь любую игру, какую ты хочешь. Мы сидели там, играли. Кто хочет, идет в казино. Кто хочет, идет на дискотеку. Кто хочет, сидит около бассейна. Кто хочет, сидит в ресторане. У каждого свое по желанию. Ты хочешь, выбираешь, что ты хочешь. Понимаешь? Кто-то вообще с корабля вообще не выходил. Оставались, потому что вот эти два дня была очень шикарная погода. Была просто жара. И люди сидели просто около бассейна. Были танцы. Причем я тоже в них поучаствовала. Думаю, как это без я, меня? Я верю. Танцы без меня проходят, такого не может быть. Я ребенку старшему говорю: так, Даник, подержи этот телефон, мама тут сейчас даст жару. Да. Были танцы, была йога, они там какие-то там развлечения проводили, но мы там не все, конечно, видели, только слышали. Было здорово, ага. Было здорово, я говорю, и дети, я говорю, у нас дети терялись просто по кораблям, ну, примерно по кораблю, то есть, и мы их искали, потом искали они нас, но мы примерно знали, где можно встретиться, потому что в 10 часов мы сидели всегда в одном и том же месте, с одним и тем же столиком, они знали, что мама, папа будет там. Это. Поэтому, как бы, больше информации они даже рассказали. Говорят, мама, нам надо на 5-й этаж. Мама, а на 7-м вот то. Нет, мама, побежали на 13-й. Слушай, мам, на 15-м там же такая бомба. Побежали туда. И мы такие, как энерджайзеры по этим, по этажам, на лифт, с лифта. Теряли. Мы вообще начали теряться. Изначально мы начали теряться, потому что там столько огромных коридоров, там просто бесконечный. Вышли, где наша каюта? Я говорю, налево. Оля говорит, направо. А дети говорят, мама, ну вообще в другой стороне. Мы давай петлять. С носа назад. И вот так, туда-сюда. Я говорю, боже, какие лабиринты. Говорю, хорошо, что трезвый. А если пьяный? Простите. Да, ну ничего, забурились бы каждый по разу в каютам, да. Там реально не найдешь, потому что это потом мы уже на второй день сориентировались быстренько, с какого лифта надо выйти, чтобы попасть в свою каюту. И как быстрее пройти в свою каюту. Потому что, ну, сразу не поймешь. Да, вот, и, естественно, вот, я говорю, так, поужинаем, посидим, я говорю, пошли шампанского выпьем, пойдем отдохнем, у нас представление, ты чё? Я говорю, давай, переодевайся, погнали. Ага. Так, круто, у кого-то эхо пошло. Это мое эхо пошло, да? Да, все сейчас нормально. Снял наушники. Окей, а то мне что-то наушники вырубили странно. Окей. Представление, конечно, просто. Мы были, особенно вот в третий день, когда вот перед отъездом, там просто до слез было. У меня Юха расплакалась, вот, просто ее так это впечатлило, все. Я говорю, ты чего? Ну, у нее как-то вот такая вот эмоция пробежалась. Уезжать не хотела. И уезжать не хотела. И вот насколько... Говорит, ну, Оль, ну, так, ну, вот, ну нереально. Такого, говорит, не бывает. Вот, он говорит, мы сидим, вот... Во-первых, непонятно, что ты на корабле. Ты реально сидишь в огромном зале. Перед тобой этот вот ведущий, да, перед тобой вот эти все выступают. То они на канатах, то они там с какими-то... Как живой концерт она отпели, оттанцевали. Просто программа была шикарная. Мы сидели, реально отдыхали. И думали, боже, это же все включено, ты за это даже не платишь.
Да, да, вот. Да. Пакеты, как вы сделали, да, тоже, Кайл, классно, да, вы взяли. Расскажи про пакеты для советы людям, те, которые поедут отдыхать с друзьями. Как лучше сделать, чтобы больше выпить и меньше заплатить? Да, ну это фишка, ребята, это фишка. Как дорогой человек подсказал, как это сделать. Да, Рамиль? Да. Давай, расскажи, интересно. У нас было две каюты, значит, мой партнер и я ехала со своим парнем, они вдвоем в каюте, а у нас каюта, идет эхо, да? У кого, Рамиль, у кого идет? Я сама себя слышу. Ну, наушники попробуй снять, может, без наушников тебе лучше будет. А меня вообще хорошо слышно, без эхо или с эхо? Вот вообще хорошо без эхо. А, ну все, сейчас нормально. А у нас каюта, значит, 4 человека. И ты должен на каждого человека брать по пакету. А, естественно, это недешево. Тем более, смотря какой ты пакет хочешь, да. Что мы сделали? Мы взяли 2 карты. Взяла и я на себя, и на своего парня. То бишь, они заплатили по 105 евро. Пакеты по напиткам, Оля имеет в виду. Да. По напиткам, да. Пакет по напиткам. Там пакеты входили... все напитки до 6 евро. То бишь, смотришь, и ты можешь пить все, что угодно, но до 6 евро. Это был такой вот средний наш пакет, не самый дорогой. И в чем заключается фишка? Мы пользовались просто их картами. Вот. И я брала свою карту, мы шли, набирали пакеты, напитки, а Коля шел с Дэвидом, набирал свои напитки. В чем фишка? Еще расскажу. Хочешь выпить же хороший коктейль, а хороший коктейль, естественно, стоит дороже, чем 6 евро. Берешь сок, берешь водку, смешиваешь, вот тебе и коктейль. Вы еще до этого додуматься успели. Эту фишку пронюхала, и я говорю, Толя, так, надо подумать, как это просто безалкогольный напиток, как-то неинтересно, водка как-то не идет. Так, надо посчитать, как тут сделать. А, тэдэнь. А ну, говорит, пошли, говорит, я тебе сейчас подрасскажу. И вот так, короче, и шампанское так лилось у нас, и, ну, короче, да. В этом плане было все очень просто шикарно, и мы напили на 105 евро, хочу сказать. Короче, вы эти пакеты взяли, которые, это пакеты на 105 евро за все дни, да, вы просто заплатили и разбили на всех. Да, 105, получается, как бы мы эту карту перекупили, ну, и я 105 заплатила как бы за себя, потому что если бы брать нам, пришлось бы нас брать 2 взрослых, ну, нормальные алкогольные напитки, 2 детских, как бы по деньгам вышло бы немножко дороже. Если можно сэкономить, почему не сэкономить, правильно? Только знать надо как. Нет, надо все делать по-умному. Тем более на картах нет фотографий, да, кто-то говорил, что на картах есть фотографии. На картах нет фотографий, они тебя не пробьют. Единственная была наша вот ошибка, мы забежали на лайнер, думаю, так, мы сейчас одной картой все тут расплатим. А нет, нифига, не прошло. Он подходит и говорит, так, номер вашей каюты. И я говорю, там, ну, такая-такой-то. Он говорит, а у вас? А мы такие, оп, а карты-то у нас нет. Мы таки назвали номер, говорит, у вас карта не куплена. Коля говорит, мы расплатимся наличкой. Говорит, нет, наличка нет, вот вам чек с суммой. Там он брал какой-то сок там, или пиво, неважно, там что-то 6... А, вот к чему говорю, что бокал пива стоил 6 евро. И при выходе он оплатил эти 6 евро. Поэтому если посчитать, кто действительно хочет не водичку пить, да, то по 6 евро бокал, это лучше купить карту. Это 100%, потому что ты можешь в любое время прийти и заказать, что ты хочешь. Фотографию проверяется, когда ты выходишь из лайнера и заходишь. Они другими смотрят этими гаретами, аппаратами, да, и твоя фотография. Зашел, вышел, они тебя посмотрели, ты не ты. А когда ты оплачиваешь в барах, то там никто не проверяет. Есть карта и есть. Поэтому надо быть очень аккуратным, чтобы ее не потерять. Вот самое главное. Потому что у меня ребенок потерял карту. Случайно, не знаю. Говорит, мам, я потерял. Мы сразу побежали на ресепшн, нам заблокировали сразу все 4 карты сразу и выдали 4 новых. Это никто не платил, ничего нам за это не было, да, как если где-то бывает, потерял карту, оплачивай свои проблемы. Нет, без проблем.
нам дали карты новые, поэтому если вы теряете карты, блокируйте и сразу делайте новые, потому что есть, если я нахожу твою карту, да, например, я могу на заказать там на сколько угодно, никто не проверит, а по выходу оплатишь ты. Поэтому надо быть аккуратным, чтобы если потерял, то сразу делайте новые карты. Без проблем делать. Оля, там спрашивают, вопрос такой. На завтрак вы за напитки, за чай, за кофе, за воду платили? Нет. Нет? Нет. Включены были. А вечером в ресторане, только вот Оля сейчас рассказала, то, что в ресторане именно карты проверяли на каждого человека, поэтому ее муж Коля доплатил один за напиток. А когда они ушли с ресторана, потом они в барах везде гуляли, они расплачивались общей карточкой, покупали сколько угодно в ресторане, ну, то есть в барах и на дискотеках, там можно пить сколько влезет. Одной карточкой и бери напитков без ограничений, сколько влезет. Правильно? Да, но только до 6 евро, да, если у тебя вот этот пакет, который до 6 евро, да, то ты берешь до 6 евро. Мы, в принципе, в ресторане на ужин мы тоже так делали. Мы один вечер оплачивали одной картой, а второй вечер мы оплачивали другой картой. Мы тоже там схитрили. Немножко. Он тоже никто не проверял. Вот. Поэтому в этом плане, да, можно схитрить, можно придумать, чтобы. Да, да. Там пакеты разные, насколько помню, есть за 29 евро в день, и до 40, 6 евро за 39. Угу. Угу. Да, да, да. Ну вот в следующий раз я сказала, говорит, надо брать самый большой пакет. Он, по-моему, сколько она говорила? 180, по-моему, евро на 4 дня бы вышел. И там вот ходишь уже в любые рестораны, любые напитки, ты не заморачиваешься, не читаешь, не прочитываешь, там в уме не складываешь 1+1, просто идешь и покупаешь, что ты хочешь. Зовешь любого официанта, даешь карту, тебе приносят. Что-то не нравится, сказал, унесли. Ну, просто сервис, они там бегают, бедняжки, как просто как муравьишки по этому лайнеру, и без претензий, и всем все нравится, и всех все устраивает. Угу, окей. Вера, Оля поехала с мужем, со всеми людьми не на самолете, а на машине поехали туда. С Франкфурта туда ехать 805 километров, вам ехать 720. До Генуа или Савона, они живут в Манхаме. Спрашивают, с берега можно вы приносить какой-нибудь спиртной? Мы не приносили, но я думаю, что можно, потому что сумки никто не проверял. Они только смотрели на карту, на твою фотографию, что действительно ты и ты с нашего корабля. Сумки никто не проверяет, поэтому я думаю, что принести можно. Ну, нам, честно говоря, хватало всего там, поэтому мы даже не заморачивались, и мы не были в магазинах, мы не заходили ни в какие магазины, мы только достопримечательности посмотрели и назад. Мы спиртным не заморачивались, потому что, я говорю, нам хватало того, что было на корабле. А в ресторанах вы бронировали себе эти столы, да? Стол был уже за нами закреплен, да, при регистрации, при онлайн. Когда вот и я делала, она объединила две семьи. Да-да-да, и мы пришли, нас уже ждали, уже был отдельный стол, уже 6 стульев, и этот столик был за нами закреплен, мы 3 ужина подряд, 3 вечера подряд были за одним столиком. И нас обслуживали одни и те же 3 официанта, они уже знали. Ничего себе! Да, они с первого дня, говорят, на каком языке у вас карты, они сказали на английском, на немецком, я говорю, мы не понимаем, я говорю, дайте нам, пожалуйста, на русском. Он так подумал, через 3 секунды он приносит нам карту на русском, и на второй вечер он знал 2 русские карты, 2 английские карты и 2 немецкие карты. Он знал даже кто, на каком языке говорит. Офигеть, да. Просто, да? Он подходил круто. Там, да, вот это, конечно. А сколько вы чаевых оставили там? Про чаевые. Чаевые пришли нам за день, да, до отхода, от выхода? Короче, от выхода, да, мы заплатили 130 евро. За кабину полностью, за всех. Угу. Получается, дешево там... очень, да. А я за двоих заплатила 65. Ну, по 30 евро. А когда вы бронировали, евро. Если ты помнишь, когда мы бронировали, было написано 112.50 было за УИ, а у вас, по-моему, было 185, по-моему, у вас стояло. Или может, столько же было? Ну, когда бронировали чаевые, чтобы приблизительно вам заплатить. Я даже не помню, да. Честно говоря. Да, ну я просто помню, что было. У нас было 112, а мы заплатили 50. Прикольно. Ну, нет, за чаевые даже никто не думал. Мы без проблем их, конечно, заплатили, потому что это не такие деньги.
Так большие, они обслуживают, за, скажи, за, да? За ту обслугу, которую они делают, то, конечно, 130 евро – это не самые большие деньги. Даже нигде жабка не зажала. Понимаешь, за то, что вот они тебя убирают, они вокруг тебя все бегают, они тебя приносят, они убирают за тобой, они тебе даже тапочки, говорю, в рядочек поставили. Угу. А когда на берег сходили, Оль, вы там брали трансфер или вы брали этот такси, или на чем вы добирались в город? Ну, во-первых, когда мы приехали в Марсель, да, во Францию, мы не брали никаких экскурсий. Я сразу сказала, что нам надо туда, и мы, ну вот, у меня был план, что нам надо посетить, потому что времени было немного. И мы сразу взяли такси, и мы на такси доехали до точки, куда мы вот хотели. И также вернулись на такси до лайнера. И также в Барселоне. В Барселоне вообще мы приплыли в 7 утра, и нам дали времени с 7 до часу дня. Это очень мало. Барселону там за 6 часов ты не увидишь. Если у нас в 7 часов, ты не выбежишь с лайнера. Лучше больше дней круиз брать, да, правильно. В любом да. случае, да. Поэтому я говорю, мы... Это как я в Барселоне уже была, я кое-что там видела, да, единственное, вот не попала на эту городу, это, город Табидабу на эту. Я, вот, у меня была цель попасть туда. И мы вышли с лайнера, мы пошли втроем, я и Дэвид, мои мальчишки остались на лайнере, они не захотели. И мы также взяли такси, он прямо довез нам до туда. И также мы на такси вернулись до лайнера обратно. Вот. А в Марселе сколько у вас было время? Почему у вас в Марселе мало было? У нас, например, было... С 8 утра до 6 или до 8 вечера стоял корабль, а у вас... Нет, у нас мало. Не столько было. Ну, во-первых, мы тоже вышли... У вас вышли... такие... Они расписание же вам задавали за день до этого, куда вы поплывете, во сколько? Да-да-да, у нас было расписание, да-да-да. Но в Марселе мы больше увидели, мы больше погуляли, естественно, так как бы без напряга. Мы часа 4, наверное, отгуляли. Ага. А в Барселоне 2. Мы в 11 выпили. Мало было, да. Когда мало круиз берешь, мало отбегаешь, да. Конечно, да. Надо всегда на недельку брать, тогда куча времени, гуляй, устаешь даже, да, да, иногда да. Быстрее на лайнер хочешь попасть. Даже есть фотографии, мы сидим с Ией на ужине, такие, я тебе прислала фотографию, накрашены такие, смотрим такие в камеру, смотрим такие, потом я говорю, мы вроде красивые, но такие уставшие. Мы вот реально уже под конец, вот четвертый день мы просто устали, устали отдыхать, устали, вот, знаешь, правильно, надо брать на бабу, ну, хотя бы на неделю, потому что первый день ты приплываешь рано, да, тебе надо быстро на завтрак, тебе быстро собраться надо, все, побежал, прибежал, обед, что чуть-чуть отдохнул, ужин, после ужина опять хоп, у тебя представление, опять ночь прошла, опять утром приплыли, опять побежал, и вот эта вот суета бесконечная, да, ты не успеваешь отдохнуть, только закрыл глаза, уже проснулся, все, опять бежим. И да, вот поэтому да, мне уже да. Коля на четвертый день говорит, все, я не бегу, хочешь, беги сама. И я ей говорю, Ия, 8 утра, все, звоню, и говорю, все, ты готова, давай, побежали, летим, у нас мало времени. Бегом, бегом, у нас надо много чего посмотреть. Она такая, Оля, опять, такая, боже. Остановись, Оля, остановись. Я говорю, не могу, и я. Остановимся дома. И вот так вот мы, короче, в такой вот суете, в таких беганках, такие все с большими глазами, посмотрите, посмотрите. Это мы бежим. Вот. И... было здорово, всем рекомендую. И даже не думайте и не задумывайтесь, не находите себе каких-то причин, отмазок, типа это не мое. Ага. Да, 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 да. Слушай, а это хотел спросить: вот тут спрашивают, интернет? Были какие-то предложения от лайнера? Которые там на свои экскурсии предлагали и все да, остальное. Да, есть, это все есть, да, 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 есть специальные так, эти люди, этим занимающиеся, сразу при входе, когда регистрируешься, они тебе стоят много, тут тебе предлагают интернет, тут тебе предлагают экскурсии, тут тебе предлагают пакеты с напитками. Но мы это быстро как-то пролетели, потому что напитки у нас уже были скуплены, интернет нам не нужен был, экскурсии нам не нужны были, потому что я знала, что мы на такси доедем от точки А до точки Б и вернемся обратно. Вот. И мало времени было на экскурсии, конечно. Какая экскурсия тебе там на 4 часа, знаешь, ну да. Угу. Круто, круто. Есть все, слушай, что а ты хочешь. Да, девчонкам, что бы ты порекомендовала, какие наряды с собой надо брать? Девчонки, берите все, чемодан... Чемодан. 3 наряда в день. Вот и считайте. 3. А парням что надо брать? Ну, парням можно сократить на 2.
Они могут первый день прийти, в этот же день уйти, да? Да. Поэтому чемодан нарядов надо брать. Я говорю, мне не хватило. Я что-то не подрасчитала. Вот. Ну, вот. А детям развлечения какие-то были на корабле вообще? Игровые автоматы, что-то там? Нет, не было игровых автоматов. Я говорю, они были зациклены почему-то очень на этим, на казино. Ну, куда их не пустили. То есть дети, короче, не нашли для себя ничего, они казино просто нашли, а вы не искали детское ничего. Нет, да? Они сами себя нашли, мы они день отплавали в джакузи в бассейне. Была хорошая погода. Потом, это надо у них даже спрашивать, ты знаешь, это вот они где-то вот, мы их не видели часами, они где-то были, где-то лазили, где-то что-то смотрели. Знаете, вот самое хорошее, что хочу сказать, кто едет с детьми? Нет интернета, отлично. Дети не сидят в своих гаджетах. Да, дети ходят, да. Дети смотрят, дети дышат. И даже на этот раз, хотя насколько они тоже подвязаны, да, к этим телефонам и к интернету, даже слова они не сказали, мама, нет интернета. Им хватило того, что было на лайнере. Им не нужен был интернет. Хватало того, что вот интернет есть тогда, когда ты около берега, да, или выходишь куда-то. Выходишь в море, все, интернет пропадает. Ну, в принципе, 4-5 часов в день у тебя интернет есть. Этого хватает. А ночью некогда там, в интернете сидеть. Ты классно, кстати, видео сделала. Мне Оле понравилось. Да, я попросил, когда, говорю, будьте на лайнере, там девушки очень часто в интернете выставляли, ставили 2 стакана с водой, показывали, как бушует море, и стакан этот как не болтается. А Оля вообще классно сделала, да, Оль? Это для тех, кто думает, что на лайнере укачивает. И будет качка. Смотрите. Скорость. И ничего. Ну, а что, какая вода? Что? Какая вода на лайнере? Шампанское. Все должно быть красиво. Какая вода, ребята? Надо жить красиво. Она поставила шампанское, так красиво. Да. Правильно, шампанское, да? Это было вообще часов, наверное, 11 вечера. Мы шли на полном ходу. На полном. И мы шли по 13-й палубе, это открытая палуба. И мы такие, реально мы остановились. Я говорю, не понял. Мы стоим, мы остановились. Почему мы стоим? Что произошло? Я говорю, пошли поднимемся еще, посмотрим за борт, почему мы стоим. Мы опускаем головы, а там просто вот это бурление воды. Я говорю, мы плывем, мы не стоим. Мои дети говорят, мам, как плывем? Я говорю, мы стоим. Говорит, посмотри на небо, мы стоим. Корабль, все стоит. И вот это вот, когда говорит, боже, меня укачает, боже, там же лайнер, там же качка, ай-яй-яй, там, знаешь, такая паника начинается. Для этого вот эти 2 бокала шампанским, ничего не шатается, никого не укачивает, и ты спишь спокойно, как дома. Единственное, ты чувствуешь, когда лайнер причаливает к берегу, когда он паркуется, да? Вот тогда ты чувствуешь вот эту вибрацию. Остальное время... не чувствуется ничего вообще. Ничего. Да. Ты просто в отеле. Да. Никакого... Да. Никакой... Мини Лас-Вегас, да, такой, как говорится? Да, поэтому... Это торговый центр настоящий. Да, мы ходили по магазинам, по шопингам, по этим, да, там есть эти шопинги. Куча ресторанов, куча, на любой вкус. Что ты хочешь, где помоложе ребята сидят, где постарше. Каждый выбирает свое развлечение по душе, что он хочет. Вот. Ага, окей. Говорят, мы в сауну сидели. Ходили вы там? Нет, не ходили. Wellness тоже есть. И массажи, и салоны красоты, и парикмахерские, и там все было. И этот тренажерный зал. Да. Но я говорю, 3 дня – это мало. Это мало. Да. Но у вас было 4 дня, 3 ночи. Это очень мало, да. Лучше неделю минимально всегда брать. Да, да, чтобы и погулять, и отдохнуть, и чуть-чуть поспать. Вот. Чтобы круто. Было время. Да, круто, было круто, поэтому сейчас планирую себе другой круиз. Надо только подумать, куда.
Оля, а вы вот сейчас ходили в море, Раиса, видео будет, она мне все ролики прислала, я сейчас смонтирую, выставлю. Я сегодня этим буду заниматься. Оль, вопрос такой к тебе. Вы когда вот сейчас после того, как круиз закончился, у вас была, естественно, мысля, хотите, чтобы или продлить, или сейчас новый сразу забрать? Ты уже, в принципе, говорила. Но не было такой мысли, не, это последний раз, потому что когда паркуется, вибрирует сильно. Вот. Да, я сказала, что была это последний мысля, раз, что еще хотите? Да, она была сразу, как только мы увидели лайнер, даже еще не зайдя на него. Уже мысль проскочила, что нет, это уже будет второй, третий, пятый, десятый. Да. Да, поэтому... Юля вот пишет, следующая раз на неделе Юля планирует свадьбу на лайнере, да? Так что Юля сейчас тут все организует. Оля, поедем, Оль, мы к ней на свадьбу на лайнере. Да, мы сегодня уже с Юлей. Юль, привет еще раз. Мы же сегодня с Юлей говорили на эту тему, что мы за нее, с ней, да, вместе в качели. Да, да, да. На тусовку на... поедем. Тусить. Вообще очень хочется, чтобы мы все вот так толпой соединились с разных стран и погудели, потусили, что расшатали этот лайнер вообще нафиг, да? Не получится. Показать, что он все-таки как шатается. Бы, да? Как бы ты ни хотел. А был такой страх, что вы на лайнере находились, что у вас как будто закрытое пространство или клаустрофобия какая-то там? Выйди на палубу на верхнюю и пропадет вся твоя клаустрофобия, когда вокруг вода и небо. Нет, да. Нет. А ночью, когда вы ходили, видели берега, корабли? Да. В темноте мы шли не очень далеко от берега. Видели лайнеры в темноте, которые огромные, эти машины плывут за нами. Очень красиво. Я вообще люблю воду. Вода меня успокаивает. Поэтому я очень часто стояла просто около этого борта и смотрела просто куда-то вдаль. Ага, поэтому... окей. Слушай, Оля, всех Юля, Наташа, Юля, Оля, сейчас обзор. Оля, а в бассейнах вода морская была тоже? Так, ты пропал. Я здесь. В бассейнах вода ты была пропал, морская, Оля? Ты пропал, я не слышал, Оля? Что ты спрашивал. Ты просто меня загрузил. В бассейнах вода морская была? Да. В бассейнах. Да. Я пошла уже последняя, после того, когда все мои мальчишки перекупались, они приходят, и глаза красные, говорят, мам, говорит, я не знала, что там вода морская. Она говорит, она такая соленая. Я говорю, как соленая? Ты же в бассейне. Говорит, правда, иди посмотри. Говорит, правда. Я очечки напялила, и чтобы мне в глазочки ничего не попало. А джакузи, я не знаю, я сколько была в джакузи, но такой горячей воды, как было на лайнере, мы еле сели в этот джакузи. У меня ребенок говорит, мама, тут вода кипяток. Я говорю, да ладно, Даник, что ты придумываешь? Говорит, ты попробуй. И мы реально, мы садимся, оно все бурбулюет, и такая температура. Говорит, мам, мне жарко. Говорит, пошли покупаемся в бассейн, там вода похолоднее. И вот мы туда-сюда. Джакузи, правда, было занято всегда, но там постоянно был народ, там особо не сядешь. А в бассейн, да, там было два бассейна и три джакузи. Окей. Огромный. Круто. Телевизор. Приобрели подарки какие-нибудь, нет себе? Что? Нет, мы много не покупали, нет. Мы как-то особо не до подарков нам было. Там. Ага, круто. То ручку такое от МСИ, да, ручка есть от МСИ. Вау, круто. Кепочку не брали там? Да тут пишут, что есть ли для детей какие-нибудь комнаты? Там да. Это Оля сказала. Да, есть, да? Да, для малышей есть, да. Потому что я была без маленьких детей, поэтому я туда не заходила, но это я видела. Есть там и горочки, есть женщина, которая сидела все время с этими детками, как бы беситерка такая. Есть небольшая комната, но для малышей абсолютно хватило бы. И детский бассейн тоже. Вот это был, получается, два бассейна больших, и вот этот бассейн для малышей был. А в бассейнах, говорят, вода теплая или холодная? Она не холодная, но она и не очень теплая. Она морская. Да. Если, ну, вот, когда мы стояли в Испании, было... прохладно, и в бассейне никто не купался, такие только моржи. Вот. А когда мы стояли в Марселе, было очень жарко, бассейн был забит, просто забит. Mm-hmm. Ну, купаться можно, и плавать можно, как в море. Okay. Оль, чистенько. Оль, куда в следующий круиз поедете? Я говорю, дети хотят в Америку.
Они просто горят Америкой. То есть, вот. Да, они а пока мне... вот хотят. Да, я бы вот какие-нибудь Мальдивы, Багамы. Да, есть, кстати, Мальдивы, Багамы, все это есть. Шенше есть, что хотите. Мауритиус есть, все есть. Я уже посмотрела по деньгам и даже сколько стоит перелет. Я уже сегодня все там пролазила. Ага. Вот. Конечно, на шестерых самолет дороговато, да, но, в принципе, перелет покрывает то, что круиз бесплатный. Да, в любом случае, да, дешевле. Вера, еду можно заказывать тоже в номер, но только если у тебя минимум с балконом каюта, по-моему, да? У вас, по-моему, не было категории, чтобы заказывать еду, или можно было, да? Нет. С балконом только можно заказывать, да? Вот единственное. Оля, а что бы ты пожелала людям вообще насчет нашего клуба? Стоит в этот клуб приходить или не стоит все-таки? Ты сейчас шутишь? Как всегда. Или какого ты ответа ждешь от меня? Нет, я скажу, ребята, не идите, боже, там так плохо. Там кормят, там поят, там за тебя убирают. Не идите туда, не надо. Там так плохо, что не надо. Сидите дома в своих кастрюлях, убирайте, стирайте, готовьте и работайте на дядю Васю. Да, вот, да, это самый лучший вариант. Да, это лучший вариант, да. Пахать по 12 часов, приходить домой и делать ту же самую работу каждый день. Поэтому не надо в клуб вступать. Зачем вам это он инклюзив? Зачем это вот вся отдых, развлечения, когда за тобой все убирают, стирают, готовят и постель каждый день за тебя заправляют? Зачем вам это? Не надо. Понимаешь, короче, берите все свои грязные вещи на лайнер, пусть там все стирают, да. И все остальное. Поэтому, понимаешь, задавая вопрос о том, что надо или не надо, безусловно, надо. Безусловно, надо. Всем желаю, всем советую, всем кричу и говорю, что такого люксуса, такого обслуживания, как там, вы не увидите нигде. Вот. Да. Поэтому да, да, да. Я ничего не выдумываю, ничего не придумываю, я не преувеличиваю. Поэтому и я говорю, четверо детей, естественно, почему вопрос о том, почему я еще вступила в клуб. Шесть человек далеко не улетишь. Ты сам понимаешь, сколько это стоит денег, да? Ты говорил, да, когда ты сказал на пятерых человек, сколько тебе там, 5000 насчитать? 5100, да. 5100, да. И я понимаю, что я свою семью в составе 6 человек далеко не увезу. Раз в год. Вот. Поэтому и то не за такие деньги. В любом случае. И я вступила, понимая о том, что, естественно, я сделаю это безоплатное членство, и я буду отдыхать и ездить своей семьей и покажу детям мир. Вот. И чтобы дети это увидели. Потому что раз в год какая-то там, например, Испания, да, в которой мы уже были 3 раза, или Болгария, далеко ты не уедешь. И все равно это стоит денег, и больших денег это стоит. Для сравнения, вот мы были в этом году в Испании, да, мы брали дом на берегу моря, отдельный дом с питанием. Он нам вышел 5000 евро. Офигеть! Так, просто для сравнения. И на круиз бесплатно, да? Офигеть. Вот, понимаешь, поэтому, естественно, мы сравнили сейчас этот круиз, сколько он вышел нам экстра по деньгам, не включая круиза, да, а доплаты. Или когда ты едешь сам своим ходом, заказываешь себе дом. Готовишь. Это столько, готовишь, убираешь, стираешь, опять сделаешь ту же самую работу, что и дома. И, в принципе, отдыха особо я не почувствовала. Вот. Поэтому для девочек очень советую, очень. Отдохнете, девочки, от бытовухи, увидите другой мир, что вот не ты для них делаешь, а они за тебя все это делают. Понимаешь? Поэтому... Короче, мамаши, девушки, вам только этот клуб, это для вас будет просто отдушина. Поверьте мне, я как мама 4 детей и 4 пацанов, плюс 5-й муж, то бишь я мама... 5 пацанов, поверьте мне, это того стоит. Сдал, отдал, отправил, гуляй. Все, мама с бокалом шампанского в очёчечках загорает. Не трогайте меня. Вот это типа того. Очень советую. Девчонки, подключайтесь, не думайте, уговаривайте своих мужиков.
Надо съездить, надо и хотя бы один раз. Надо съездить с мужем, показать мужем, что это такое. Потому что мужики наши тоже работают, наши дальше носа ничего не видят, кроме своей работы. Я говорю, потому что знаю, о чем я говорю. Поэтому мы тоже. Не, никогда. Не слышишь? А теперь, когда поедем? Куда? Потому что же, понял, да, о чем речь-то идет. Пришел, тебе принесли одно блюдо, принесли второе блюдо, принесли третье. На третий ужин уже сидел такой, говорит, я пойду в каюту, переодену рубашку на майку, а то чувствую, сейчас разлетятся все мои пуговицы. Я говорю, Коля, вдохни. Коля, вдохни, нас фотографируют. Понимаешь? Да, да. Он такой сидит, говорит, Оля, а мы только... Сейчас, говорит, еще десерт принесут, и я бегу быстро в каюту. Говорит, я просто сейчас лопну, ремень разойдется, и разлетятся все мои пуговицы. Я говорю, мы же только тебе рубашку купили, Коль, какие пуговицы?